Нижегородскому кружку любителей физики и астрономии в октябре исполнилось 130 лет. Это одно из первых открытых научных обществ не только России, но и мира. НКЛФА стоит у истоков нижегородской науки. 6 ноября на конференции в ННГУ вспомнили историю кружка и обсудили повестку дня любительской и профессиональной астрономии. Сегодня это научное общество объединяет нижегородцев разных возрастов и профессий. Не так давно кружок восстановил свой юридический статус и возобновил работу при поддержке Университета Лобачевского и Ассоциации учителей физики и астрономии Нижегородской области. Такого рода кружков, конечно, очень мало, к сожалению, в России. Такого возраста и такого размаха, пожалуй, нет больше. И это очень плохо, потому что к астрономии отношение в нашей стране какое-то грустное, такое печальное. Из школьных программ астрономию изъяли, но сейчас вот понемногу начинают возвращать, но все-таки был очень большой провал, очень большой. И роль кружков такого рода и кружка вашего нижегородского кружка чрезвычайно велика в этом. Кружок начал работать, понимаете? И я считаю, он начал работать очень хорошо. У кружка есть свой сайт, замечательный. Вот сходите, www.nkfla.ru. Обсуждаем проблемы астрономии, новости науки, решаем свои вопросы. У нас несколько секций, у нас почти 8 секций. Так что я считаю, у кружка очень-очень большой будущее, и я как президент нашей Нижегородской ассоциации в этом плане очень-очень доволен, что все это началось, что все это получается и будет расти. Кружок живет потому, что живет планета Земля в космосе, потому что астрономия, правильнее сказать, астрофизика, как вершина всех наук на Земле, вот науки ниже, 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 а вершинка является астрофизика, которая объединяет практически все науки и описывает всю Вселенную. Куда мы денемся, никуда астрономия не исчезнет.